Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War. Легенда. Против всех засвебов. Такие дела. И какие у меня ситуации на фронтах. Вот. Четко видно, да, где красные всякие говнюки. Это армии врага и агенты врага. Продолжается война с гутонами, с Македонией. Здесь у меня какого-то хрена винеты образовались, я так понимаю, потому что я очень долго грабил это дело, и мятежники забрали просто из-под носа у Афин. Мне пришлось объявлять, естественно, войну и винетам. Не люблю такие моменты, когда фракция под носом появляется у меня, когда идет не мой ход, но... Потому что мне кажется, что это может иметь проблемы для получения ачивки. Ну, как бы я ничего не нарушил, я всем войну объявляю, поэтому все в порядке. Здесь конфедерация галлов, пиктоны и лузитаны меня достают в Испании. Поэтому довольно равные такие направления. Здесь три фракции, здесь ну, две, но достаточно мощные, плюс третья винеты. И здесь две фракции, это Македония и гутоны. Я так думаю, что если я сломаю гутонов, то мне немножко полегче станет. Потому что я тогда буду вести войну только с Македонией на этом фронте. И смогу ее тоже достаточно быстро сломать. Потому что армии у нее больше не станет, явно. А когда я воюю с двумя фракциями достаточно крупными, то сами понимаете. Здесь же я пока буду вести оборону. Так, что-то у меня одно ухо в наушниках отрубилось. Секунду я. Вроде нормально. Здесь же я держу оборону, но они, конечно, очень жестко меня тут пытаются запрессовать. Я работаю агентами, работаю одной единственной армией, вот этой. Новая надежда. Что еще стоит сделать? Здесь только что какое-то говно спряталось. Отсюда я увести это не могу, к сожалению, потому что здесь флоты полностековые, афинские, рассекают. Если я либо Геную, либо Массалию оставлю, то сразу же приплывет какое-нибудь говно. Поэтому мне приходится... Видите, сколько здесь плавает всего? Это что такое? Вражеский флот, римский даже флот есть тут. Это же арвернский флот тут есть, да вы озверели. Я, конечно, флот набираю, но сами понимаете. Это все писями по воде вилено. Так, что у нас в Потавии? Могу ли я его ограбить? Нет, не могу, он весь покоцанный, весь уже ограбленный. Здесь еще римские легионы стоят. Не то чтобы я их боялся, но неприятно, неприятно так. Так, что я только что... А, у меня ход... Я на середине хода где-то, да? Или что? Как так вообще? А, ну да, я, наверное, какие-то боевые действия проводил. Я забыл, что я делал, блин. Я что-то сделал важное в прошлый раз. Не помню, что. Так, давай-ка посмотрим, как вот эти армии... Может напасть на меня, падла? Давай-ка я попробую задержать вот эту армию. Не хочу, чтобы она вроде галу осаждала или что-нибудь такое. Да, кстати, хочу посмотреть, в каком отношении вообще все эти сволочи между собой находятся. О, кританул. Слушай, как красота-то какая. Молодец, я даже не рассчитывал на крит. Ну, молодец, молодец. Давай посмотрим, что по дипломатии-то у них. Афины с кем воюют? Афины воюют с гутонами, ну, понятное дело. Со мной, с конфедерацией галлов, со степной ордой. Блин, афины, конечно, лазят здесь, а у них родина он где. Степной ордой они еще воюют. Интересно. Ну, винеты со мной только воюют, гутоны. С македонцами, с Бактрией, со Спартой. Ёперный театр. Так, вот, галлы. Галлы воюют с Римом, с Афинами, с Македонией. К сожалению, с лузитанами не воюют. Лузитаны только со мной воюют. Это очень плохо. Пиктоны воюют со мной и с Римом. Ну, понятно. Здесь арверны могут на Рим напасть. Лузитаны не могут. Надо мне что-нибудь дерзкое предпринять, да? Так что, естественно, эта мразь тут попыталась на меня напасть. А, вот что я делал. Вспомнил я. Я расформировал вот этих ребят. И нанял еще. Да? Так, я ничего даже ограбить не могу на этот ход, что ли. Ну как так-то? Вот этот гражданин походил уже или нет? Да, он уже походил, к сожалению. Понятно. Теперь я проверю всех агентов, пожалуй. Карлман, где у нас стоит?
Карлман караулит Истер. Тут никого нету. Ну, как сказать, я из Касургиса-то могу выйти на самом деле и забрать Истер. Будоргис пока еще гутонский. Ну, просто я не знаю, что там дальше. И, наверное, Карлмана отправлю посмотреть. А он даже не может пройти, да? Понятно. Но если эту армию я выведу, то ее сразу начнут щемить. А, я внизу на Рею взял уже, кстати. То есть можно, в принципе, выдвигаться на Истер. Единственное, что если я армию встречу вражескую, хорошую, сильную македонскую, то она меня наковыряет. У меня здесь такие, ну, немножко бичи. Мне бы вторую армию еще сюда. Было бы здорово. Поэтому я торопиться не буду пока. Ага, у меня здесь агент еще есть. Кстати, надо бы, наверное, кого-нибудь задержать, я не знаю. Вот этого, отважные товарищи, это у нас... Да, я, пожалуй, наверное, вот этих отважных товарищей задержу. Что Рим на Потавий пойдет, наверное, скорее всего. Ну, в любом случае, я его не так боюсь в Медиалане, как я его боюсь в Генуе искусственного интеллекта. Ух ты, хорошо долбанул, ты посмотри. Красота. Денег, правда, больше нет, но ничего. Так, ладно. Что-то я немножко задержал этот ход. Это походила штука. Это походила моя хрень. Этот агент тоже уже задержал вот этого. Угу, хорошо задержал. В принципе, все, наверное. Я всеми походил, денег больше нет. Можно кого-то повысить, да? И сделать конец хода. Повысить надо... Что такое? Мне показалось, или сейчас начнется опять вж-вж от моих соседей. Ладно, пока конец хода. Держу руку на паузе, если вдруг начнут звенеть. Да, немножко позвенели. Самую малость. Ну, конечно, еще один, туда же, блин. Все собираются мне в тыл зайти, твари. Надо мне быстрее эту армию раскачивать. Так, македонец тоже и плывет к городу к моему, ковыряет его. Тут же македонцы, блин, как у себя дома ходят. Они вообще, что ли, с гутонами перестали воевать там? А, вот и около Истра армия, а вот он и к Касургису идет. Ну, в общем, я немножко силы распылил свои, у меня нету кулака, видите, такого, ну, мощного, который идет прям и ломает все. Вот, еще армия подошла, еще гальская подошла армия. В общем, я сейчас тупо отбиваюсь. Не могу пока развить наступление нигде, к сожалению. Щемит меня со всех сторон враги. Но то она и война со всеми. Так, мне бы так помог флот, вот настоящий, хороший, с баллистами здесь. О-о-о. Я был бы так счастлив. Ребята, я бы с радостью, но нет. Так. Земель Ругов подходит моя армия. Я думаю, она там сильно поможет. Винеты мне. Никаких мирных договоров. Это Total War, епаномать. Понятно, травят гарнизоны. Видите, я все армии попрятал. Те, которые... О, даже одного ранили. Хорошо. У меня же злоносец крякнул. Это который? Это который? Это не главный же злоносец. Все в порядке. Но я сановника еще одного могу нанять, и его надо нанимать немедленно. Пока есть деньги. Британии у меня все хорошо. Аквитания 4000. Вот да, вот я в Аквитании найму сановника. Аквитания около Лимонума найму, подальше от всяких вражеских агентов, чтобы они не сильно дрочили меня и не убили моего сановника. Это будет так. Рост, шанс, эдикт.
Общественный порядок, манипуляции убеждений, доходы культуры, общественный порядок. Нет. А что, мне рост вообще нужен здесь? А, мне рост уже здесь не нужен. Общественный порядок, хлеб и зрелище-то, да? Кстати, какой у меня здесь? Напомнили мне, у меня же дикт здесь неправильный стоит. У меня дикт стоит как раз, хлеба и зрелищ. Поэтому я убираю отсюда этот эдикт и ставлю правильный эдикт. Общественный порядок за счет налогов, налоговая ставка, да. А этого агента... Рост, общественный порядок за счет персонажей. Блин, мне не нужен этот общественный крёбаный. Давай шанс ранить вражеских агентов. Постарше тетку возьму, но зато она обороняться будет лучше. Сколько ей лет? Ава. Ава, 29. Ну да. Прибыль от торговых. Хитрость еще добавлю, чтобы она совсем была хорошая такая. Против вражеских агентов. Вот, и здесь будет она меня охранять. Все так, диверсия, отравление. Видите, что приходится делать, блин. Только агентами обороняюсь от этих тварей. Одна единственная армия держит у меня весь фронт испанский. Ёптать. Смотрите на это. Да, так, немец. В немесе я... А, немец, он относится к лимонному тоже, да? Давай-ка я в немец перебегу. Любители, блин, бегать тут. Вражеские армии. Что, дальше нанимать конников, что ли? А что делать? Давай одного еще возьмем. И мне нужны денежки еще на другие дела, да? Ну, давай тогда уже, раз уж я испанским фронтом занялся, им и продолжу заниматься. Бля, мощная армия. Это кто, присягнувшие? Да. Так, этого я говнюка трогать не буду, на него только деньги тратить. Давай-ка я попробую... Блядь, до пристегнувших я не дотягиваюсь. Давай попробую вот этих травануть. А ты вот этого попробуешь. Подрывную деятельность, нападение на патруль. Давай на вот этих пристегнувших как раз. Так, есть, получилось. А ты чё, сразу передумал, что ли? Тебя это касается тоже. К сожалению, не крит. А здесь крит. Отлично. Один крит есть на лузитанах. То есть мне, по крайней мере, с ними не придется иметь дело на этом ходу. Что будем улучшать-то? Давай хитрость улучшим. Так, и куда он дойдет? Ну, он до Бурдигала легко доходит. Блядь, тут очень много мечников, копейщиков, пехота сплошная, короче. И он спокойно доходит до города, да? Хотя нет, это он на быстром марше спокойно доходит. А так он не очень-то и спокойно доходит. И плюс его римский агент может тормознуть. Бурдигала он возьмет, если он проатакует? Ну, может, конечно. Чисто так теоретически очень даже может. Я могу в Бурдигалу, конечно, свою армию спрятать. Она, кстати, тоже очень сильная. Мне кажется, даже она посильнее будет, чем вот этот вот. А что, если я выведу ее вот сюда вот, в засаду спрячу? Вот так. У него, кстати, как с оружием? А у него оружие не очень, мягко говоря. Смотрите, так, боевой ближний бой 58, урон оружием 47. А у моих ребят 58-42, да, похуже. Похуже. Защита ближнего боя 77-79, а у него... 77 повышенная, да? Угу. Ну, у нее чуть-чуть получше, но чуть-чуть буквально. Стена копия. Ничего здесь произвести не могу, блин. Это плохо. Массалия гребаная. Лучше бы я здесь, наверное, что-нибудь построил на гарнизон. Полегче было бы. Так, ладно. Мне надо флот дальше делать. Так. Медиалан, могу ли я... Магнолия, могу ли я пограбить Потави или нет? Дай-ка пройдись
прогуляйся. Паттавий. Что у нас, Паттавий? По-прежнему разрушен, я не могу его грабить. Блин. Долбани вот этого, раз уж ты рядом здесь оказался. Есть. Саданул по нему, очень хорошо саданул. Еще и ранг себе повысил. Вигмар. Ух ты, какой мощный дядька. Ну-ка. 70... А, ну правильно, ему 71 год уже. Так, я могу теоретически отважных товарищей высечь. А, и потом захватить Вольтеру. Ну, не захватить, а уничтожить. Берсерками, да? Нет, не могу, мне надо... Блять, я даже выйти не могу, потому что флот сразу на Геной нападет. Моментально. Что делать? Может, Паттавий взять, а? Нет, если я его возьму, я его не удержу. Реально, я его не удержу. У меня в Нарее есть, конечно... Кстати, здесь пора избавляться от этих козлов. У меня в Нарее есть армия. О, он убежал аж... на территорию туда. Мятежники, бля. Я его добью. То он вернется, падла. Надо как-нибудь грамотно сыграть таким образом, чтобы я расширил свои владения, обезопасил себя. Либо денег хотя бы. То есть как-то надо просто сидеть на месте, это ну не катит. Так, а что это я? Снега какие-то, что ли? Хм, плохо. Не знаю, где лучше нанести удар. Просто я Паттавий не удержу, здесь какая-то жесть. Блин, в Ариминуме, к сожалению, нету нормальной тоже. Неаполис я даже не знаю, есть, нету. Да, мало денег, к сожалению, и... Я не могу набрать до конца армию. Падла. Ладно, так этих тоже не могу. Что ты будешь делать, а? Вот со всех сторон, куда ни кинь, везде клин. Смотри, тут тоже за колбасой выстроились. Ладно, потихонечку, поликонечку, как говорится, но будем продвигаться. Давай посмотрим. Давай посмотрим, куда мне надо идти. Посмотреть, к Будоргису или к Аускалису. Я думаю, к Аускалису надо идти посмотреть, потому что Будоргис я относительно вижу, что происходит. Ага. А, у меня вот здесь еще есть, да, чел? Я вижу, что находится около Монс Региуса. Хорошо. Здесь я никого травить не буду, да и денег нету. То есть, в принципе, на следующий ход я могу... Наверное, проатаковать кого-нибудь. Либо этих, либо этих. Но этот вряд ли решится на атаку. Ну, кстати, очень мощная армия. В поле я упарюсь с ними драться. У них куча пикинеров, куча конницы. Мечники в тораксах и еще и баллиста есть. В поле я уманаюсь просто. Но зато я думаю, что город я удержу. У меня лучников куча. У меня тоже есть анагры и мечники, чтобы держаться. Да, поэтому я думаю, Касургиса они запарятся брать. Да, слушай, все так это как-то... Как-то все так... Шатко, так скажем. Просто тупо не вижу, как мне расшириться дальше. То есть везде риски. Не вижу 100% варианта. Что? Кому? Самохонг. Крит ему улучшим. А, вот про этого я забыл, да, гражданина? Ладно. Ну что, арверны будут нападать на Бурдигалу или нет? Бой был бы интересный, конечно. У них там очень много мечников. И жесткие вообще ребята. Так, до моего агента доебались, извините. Еще одна армия идет.
К Удоргису? Может быть, хорошо, если они Будоргис возьмут. Македонцы. Может быть, и хорошо. Так, и тут до моего агента докопались. Он сказал один нахер, правильно. Страшная тетка, наверное. Так, попался, говнюк. Попался. Так, это кельты, блин, присягнувшие. Довольно мощные ребята. У меня арты нету совсем. Так, я не вижу, как можно это красиво сделать. То есть это будет такая тупая мясорубка, блин. Довольно-таки. Красиво не получится. Давай попробуем. Я, правда, не знаю, насколько это хорошо получится. Гребаные присягнувшие. Бляха-муха. Но лучше их всех уничтожить, конечно. Не знаю, мне еще дадут шарики. Я хочу шарики, огненные шарики спустить. Я, конечно, блин, ну, конечно, много тоже. Мечников реально много. О, мне шарики дали, походу, да? Да, дали. Чутка дали. Где они, присягнувшие? Вот они. Хочу на них спустить. О, хорошо, сейчас съедет. Так, присягнувшие. Так. Вот так. Окей. Всех остальных тоже придется туточки расположить где-то. Вот так. Ну надо, конечно, парочку, блин. Это кто у нас тут? Прачники всякие. Вот здесь. Этих ребят растянем. Они будут стрелять самостоятельно, я думаю. Единственный режим перестрелки уберу. Так. Гена здесь. Два отряда. Тут. Конников. И два отряда тут конников. Довольно мощная у меня армия, я должен сказать. Это кто? А, это шухер наводить. Да, их вот здесь вот поставим. Так. Ну и... Пам-пам, погнали. Блять, я промазал. Да как... Да блять! Сука, да что ж такое-то? Где? Я не могу понять. А, вот. Давай. Бля, сейчас сами себя ёбнут, короче, да, чуть-чуть. Ух ты, в толпу. Хорошо проехался. Еще. Не очень. Нормально. Нормально. Так, коники. Я лучников, кстати, не объединил, это плохо. Сюда стреляем. Это кто? Посягнувшие? Сюда. Блять, ну я так и знал, сука, блять, пешком идут, ну. Дебилы. Так, лучники хорошо работают мои, мне нравится. Чуть-чуть отойдите и прекратите стрелять, потому что уже... Почему они как-то так отступили, интересно знать. Все, погнал на присягнувших. Они что, защищать побежали свои эти, что ли?
Так давайте вы атакуете тогда. Это кто? Копейщики? Нет, копейщиков я не хочу драться. Присягнувшие. Так, конники все отходите, ребята. Один дерется еще. Где? С кем? С присягнувшими? Ладно, отходи. Конники, отходите. О, вот этих ты можешь сломленных поймать. Это кто? Можно пострелять, я думаю, по кому-нибудь. Ну-ка, давай-ка вот сюда вот выдвинемся. Это что такое? Это кто там такой охуевший? Идите всей толпой ему наваляйте, бля. Давай по этим постреляешь. Так, это плохо. Это плохо. Сюда стреляй теперь. Вот эти только отойдите. А то вы стоите прямо, блин, у него на пути. Генерала убивайте. Я думаю, лучники сейчас решат все. Эти уже колеблются. Здесь я всех присягнувших убил. А это кто? Кельтский тяжелый анагар? Ну, убейте его, че. Неплохо, неплохо. Так, надо в спину ударить вот этим. Ну да, копейщики разбиты, все в порядке. Сюда все уходим. Так, кавалерия, давай-ка мы кому-нибудь в спину сейчас саданем, только построимся так более-менее, потому что очень быстро события развиваются, и можно немножечко... Только отойди. Спину присягнувшим, да, нормально. Насадили. Я думаю, что, конечно, потерь у меня побольше, чем авторасчет сделал бы, но зато я убью большинство. Я думаю, что нахер никто не выживет просто у них. Все, разбиты. Продолжить всех убивать. Продолжить всех убивать. Так, ты где? О, как много потерь-то, а? Дай-ка знатных копейщиков догонишь. Можно максимум скорости включить. Сюда избранных мечников иди мочи. О, у них, кстати, избранные мечники еще были, не только присягнувшие. Я думал, это все присягнувшие были. Так, конница побежала сюда. Вы можете встать, чтобы не мельтешить. Как у меня, кстати, отработали мои воины-волки? Где они вообще? Ну вот они. Ну, блин, немножечко... Немножко, конечно, повредились. Мастера меча мои больше всего пострадали вот эти и вот эти. Копейщики. Фу, блин. Конники, короче. Вот этих знатных догони. Говнюков. А это что? А. Вот этих догони. Паузу поставлю. Тяжелая, говорит, победа, да? Ну, может, и тяжелая. Потери 619. Зато у них почти все. То есть у них осталось там меньше 70 человек. Конкретно 69. И бесские пращники у них были, что ли? Вот так. Да, всех убил, никто не отступил. Отлично. Опять он без меча. Что за человек? Полностью ни одного отряда не потерял, все хорошо. Вот такая вот засада. О-о-о.
Блять, и сразу же он, короче, под какими-то агентами, да? Какая-то мразь не дает нам попировать. Хорошо, что вот этот полностью открытанутый. Дыма, а? Нет, просто увернулся. Так, еще одна гальская армия. Надо им визит уже нанести, блин, они уже достали. Этих-то римлян и афин я хоть как-то щипаю, македонцев тоже, гутонов тоже, а вот эти бакланы только ко мне стеки шлют, испанские бакланы я имею в виду, то есть лузитаны, пиктоны, галлы, я их никак не убиваю. Они просто ни с кем больше не воюют, твари. Ну, пиктоны только с Римом воюют, но так как я Рим тоже, блин, убиваю, поэтому я особо не ощущаю того, что мне кто-то помогает. Пиктоны еще, кстати, тоже, блин. Чего они сейчас придумают? Сейчас опять выскочут, стек вывалят мне, нет? Плавает что-то. Это у кого это? Что-то поумирало кучу народу, блин, внезапно. Убийцы етунов. Возьмем знатных всадников. Так. Ну что там? Издан эдикт. И что-то денег опять мало. Блин, кто у меня помер там? Какой-то опять. Неужели у меня помер агент в Британии? Нет. Вон она стоит. Зараза. Сановник, это, наверное, тот дядька, которого я переманил, там какой-то греческий, вот здесь вот стоял. Так, секунду. Да, вот, вот здесь вот стоял. Ладно, вот эту продолжаем травить. Армию есть. Ты. Кого не осталось почти. Так, кого убивать будем, этого или этого? Давай сначала вот этого грохнем. Еще и отступил, вообще херел. А ну иди сюда, бля. Вот так. Тык. Есть контакт. Че, я успею обратно? Да нет, наверное, уже не успею. Я имею в виду к этому. Так просто. Чуточку. Ха, ну и кто у меня? Сразу отравили, да? Угу, потравили, сволочи. Спрячь в Толосу. Почему в Толосу? Потому что вот здесь вот армия идет. Герою Рудиана. Вашу мать. Я на самом деле могу его тоже сейчас долбануть. Вообще в легкую. Он тут, блин, не лазил. Дай-ка я попробую, может, его агентом сначала, да. Чтоб не убежал. А вот этого попробую своим военачальником, который не дался вражескому агенту. Диверсия удалась. Ну и отлично, чё. Прекрасно. Крит. Ха! Ну и все тогда. Пускай стоит. Я даже не буду тратиться, пускай мои восстановятся. Нападение на патруль, например. Есть. Опять крит. Слушай, вообще красавчик просто. Крит и крит. Два крита. То есть мне на в этом фронте ничего не угрожает абсолютно. Пока что. Так, давай-ка. Оп. Оп, вот так. Есть. Смотрим, что тут. Здесь еще и еще. Вот так. Денег больше нет, блин, молодец. Отменяем, значит. Что я могу убийцей етунов сделать?
Не, никуда я не дойду. Вот, нет, до Будоргиса дохожу, вполне. А что у меня в Будоргисе? Смотрим. 11 человек, блин, так. А могу я это дело подрихтовать? Допустим, диверсия, отравление колодцев. 800 монет, но если он траванет колодцы и там гарнизон покоцается, то это будет стоить им Будоргиса. Есть контакт. Очень хорошо. Смотри, германских юношей 35 из 180. Просто всех порешил нафиг. Все, забираю Будоргис. Я это хотел сделать, наверное, с первого хода, блин, этой игры. Но не сложилось тогда. Обычный режим. Чпоньк. По-моему, это их столица была. Ну, это чья-то столица была, этих германских племен каких-то. Грабить будем? 5000. Будем. Че не пограбить-то? Деньги-то какие? Нехилые. И это у нас истинный воин плюс... О! Пускай так будет. Забираю Будоргис. Так, смотрим. Пища минус 7 сразу бахнула, поэтому все сносим. Ну, это починим, это что? Починим. Вот это, блин, конечно, классная штука, она пищу очень сильно убирает. Поэтому сносим. Вот так. И надо мне что-нибудь на пищу поставить, иначе я получу проблем, блин. Вот так вот. Есть контакт. И что я тут вижу? А, я вижу тут кучу армий Македонии, которые попробуют, может быть, сейчас у меня отобрать Будоргис, да, и убить мою армию. Справлюсь я с ними. Слушай, ну, в принципе, я потерь почти не получил. То есть, как они будут атаковать меня, хер его знает. У меня конница есть? Блин, почти, практически нет на самом деле. А нанять я какую-нибудь конницу могу? Могу. Наемные германские конные разведчики. Но он, стоит ли оно того? Не знаю, не уверен. Здесь куча коней у них. Это для стен моих вообще не угроза, да? Здесь еще одна армия. Вот мрази какие. Этого задержали, к сожалению, агента. Здесь у меня агентов больше нету. Здесь агентов больше нету. Но я в теории могу вот этого еще использовать для того, чтобы подойти к Будоргису. В теории. Но, блин, это очень дохлая армия. Мне бы ее поднабрать на самом деле. Еще чуть-чуть. Че я тут могу вообще построить? Фигню всякую. Да я хотя бы одного найму. Какие наши дела здесь, на римско-греческом фронте? Потави восстановили? Чуть-чуть восстановили, можно даже чуть-чуть пограбить. Самую малость. Давай-ка я задержу вот этих вот. Они мне не нравятся, как они так на быстро... Ух ты, нихера себе. Блять, еще и провалилась диверсия. Фу, слушай, если вот эта вся хуйта сейчас на меня наедет на следующий ход на Геную, то мне это так не понравится. В принципе, я что могу сделать? Я могу проатаковать одну армию, вот эту, например, в ночной атаке. И расхерачить ее к чертям собачьим. У меня же здесь ночная атака. Вот так вот. Восемьдесят четыре, 83%, давай. Как вам? Понравилось? Говнюки. И на быстром марше валим обратно в Геную. Вот так. Тут уже кое-что. Здесь возьму ужас. Эти ребятки могут, в принципе, римлян высечь. По большому счету.
собственно, почему нет, да? И тоже на быстром марше свалить обратно. А, он решил... Сам решил уйти, да? Ну, в принципе, логично, да. Валим. Это что такое? А, он там набор ведет в лесах. Чтобы никто его не трогал, типа. Встаньте. Так, и 1000 монет у меня есть, чтобы нанять агента, да? Свебия у меня второй по крутости регион. Только мне надо где-нибудь, чтобы не тронули. Вот, около земель ругов, например. Хватит мне денег, да, вполне. О, блин, хорошая, конечно. Налоговая ставка, блин, все дела. Вот эту тетку бы нанять в основной провинции. Сколько ей лет? 16, вообще красотка. Торговых соглашений. Но это, конечно, Теодохильда. Это как Теодорих, только женское имя, да? Это что? Это ерунда. Рвение повышаем. Ну так-то вроде все. Надо конец хода нажимать. Сейчас посмотрим, если на меня финны не нападут, то все будет хорошо. И эти еще могут напасть, конечно, блин. Конец хода. Пищи минус 7, но за счет того, что я сношу в Будургесе постройки, должно быть все в порядке. Рим отходит. Македония. Ну давай, будет нападение или нет? Меня сейчас больше всего Македония и Афины интересуют. Как они себя поведут. Так, что там такое? Так, нет, нападения нету. Опять что-то начали, блядь, сверлить. Продолжаем. Кажется, уже дом развалится скоро. Столько сверлят, блин. Весь в дырках. Нет. Македонцы не напали. Галлы. Галлы. Что галлы? Галлы агентов рассылают. Но это ерунда. Меня больше интересует, что армия будет делать, которая внизу стоит. Она может... Нет, она... А, та сфейлилась. Он еще какую-то говноармию послал неполную. Я уж не знаю, куда он. Туда, наверное, хочет пройти. Так, вот Афины. Он смотрит, что у Медиолана. И еще один. Ну, это очень такая, конечно, стратегическая точка Медиолан. Здесь можно держаться классно. Это туда и сюда. Ага, вот армия подходит к Потавию. Этот отступает, этот сюда. Смотри, сколько здесь стеков. Это просто жесть какая-то. Чего бы ему в один кулак не собрать это все дело и не пройти утюгом. Хотя... Прикинь, он проиграет. 3 стека сольет. Это все жесть. Это я сразу всю Италию. Смотри, там какие-то гутоны нарисовались около самых крайних земель. Там, где мой агент стоит наверху. Все, конец. Агент задержан. Это где? Отравление колодцев. Понятно. Везде отравили колодцы, где только можно. Нападение на гарнизон 2. И противника ранили в итоге. Ну все, на этом я закончу эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2 Total War, Свебы, легендарные уровни сложности, война против всех. Всем пока.